Нестареющая классика. Первоуральцам на большом экране сегодня показали советскую киноленту «Влюблен по собственному желанию». Вход на кинопоказ был абсолютно бесплатным. Проект, организованный несколько лет назад Первоуральским отделением партии «Единая Россия», пользуется большой популярностью у горожан. Сеансы проходят каждую среду в 11:00 в кинотеатре «Восход». Традиционно перед фильмом выступают юные артисты. Мелодрама «Влюблен по собственному желанию» вышла на экран в 1982 году. Это картина о несбывшихся мечтах и о том, как любовь может изменить человека. Для меня любимым остается фильм, который я смотрела в детстве «Влюблен по собственному желанию». Я думаю, что для сегодняшних зрителей это будет тоже возвращение в молодость. И вот сегодня есть такая возможность у горожан перенестись в свое далекое прошлое и ощутить вот эти нотки счастья, молодости.